21 апреля в Институте физики КФУ состоялось открытие симпозиума, посвященного обсуждению физических, физико-химических и медико-биологических аспектов применения методов магнитного резонанса. Конференцию открыл проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Важно отметить, что в торжественной обстановке открытия симпозиума с юбилеем поздравили Альберта Аганова, человека, который внес большой вклад в развитие магнитного резонанса. В этот день также прошло вручение семестровых стипендий братьев Сагдеевых за работы в области физики и химической физики. Для участия в симпозиуме заявилось более 100 участников, в том числе и зарубежные ученые.